Уважаемые друзья, приветствую вас на канале компании Japan Life. Я лично от лица компании и от себя приношу извинения, что мы давненько не появлялись на YouTube. Ну, потому что на самом деле совмещать YouTube и вести очень много клиентов, сделок, постоянно какие-то дела, ну, не хватает просто физически на это время. Но сейчас для вас мы подготовили отличный проект. 9 числа, 9 мая мы вылетаем в Японию, в Токио, чтобы показать вам, что происходит сейчас на автомобильном рынке, как изменились там дела в Японии. Крайний раз в Японии мы были в 2019 году. То есть на сегодняшний день мы не были в Японии ровно 3 года. Представьте, уже произошел коронавирус. Сейчас идет там спецоперация. Сколько там были повышения, понижения курсов. Огромные очереди на отправки. Уход крупной компании ECL, это Eastern Car Lines, это одна из крупных компаний, которая ходила с океанской стороны, возила новые машины и также догружала их автомобилями на правом руле, которые мы с вами покупаем ежедневно. То есть у нас произошло новостей куча, поэтому мы в период, в очень сложный период сейчас собираемся и вылетаем в Японию, чтобы вам все это показать. Поездка будет очень большая, мы в Японию летим практически до конца месяца. Я буду вам показывать все. Расскажу по ходу, как получить визу, как сейчас добраться до Японии. Все по полочкам вам разложу. Очень много будет роликов. Каждый день я буду выходить в эфир в Инстаграме, в нашем Телеграме. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Телеграм. Все ссылки я оставлю в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм и YouTube. Именно на этих платформах мы будем вам давать актуальную всю информацию о том, что сейчас происходит на автомобильном рынке. Итак, давайте я вам расскажу сейчас в двух словах, в чем будет у нас заключаться проект. 9 числа я вылетаю в Японию. Маршрут будет очень сложный. Визу мы оформили, билеты сейчас все куплены. Вылетаю не как раньше. Раньше можно было с Владивостока до Токио долететь там, ну, условно говоря, за 2 часа. И стоило это 3 копейки. Сейчас маршрут сложный. В Японию можно добраться только через Эмираты. То есть я вылетаю в Москву, потом лечу в Эмираты, потом лечу в Токио. В Токио я буду сидеть еще какое-то время на карантине. Вот. Потом мы... Сейчас я вам чуть-чуть расскажу именно по поездке. Потом мы поедем на аукцион в Токио. Покажу вам, опять же, как оцениваются автомобили, как они торгуются, как они там выходят, ну, в специальный бокс, где происходит оценка, да. Зайдем в терминал, купим обязательно для вас автомобиль, отдадим его по себестоимости, без всяких комиссий, без всяких накладных. Этот автомобиль будет отдан подписчикам, поэтому еще раз говорю, подписывайтесь обязательно и следите за этим проектом. Дальше несколько дней мы проведем в Токио и поедем в самую кухню нашего автобизнеса. Это город Тояма, в котором непосредственно у нас находится офис. В Тояме мы поговорим с Сергеем, это руководитель нашего японского офиса. Вы его, кто давно на нас подписан, кто следит за нашей компанией, вы его прекрасно помните. Мы ездили в Японию, проводили с ним много интервью. Также проведем с ним эти интервью, как они прожили все эти года там в Японии. С 19 года я уже и сам, каждый день мы созваниваемся, но лично там Сергея не видел уже 3 года. Это огромное количество времени, поэтому... будут проведены с ним интервью, он расскажет, как они переживали коронавирус, как у них там были ситуации там с курсами, чтобы вы видели и знали изнутри, что сейчас происходит. Также я вам покажу отправки, покажу вам порты, покажу вам нашу базу, куда приходят ваши машины, куда они описываются. Вот. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вам интересно, чтобы я вам лично показал, пишите в комментариях к этому ролику. Обязательно там, Александр, покажи там, я не знаю, там мотоциклы, покажи, как оценивается, покажи, что такое там эрка. Любой вопрос, который вам интересен, пишите в комментариях, я обязательно самые интересные выберу, на них отвечу и раскрою их непосредственно в этом проекте и запишу отдельные видео по этому поводу. Проект намечается очень большой, и еще раз повторюсь, это практически на месяц до конца июня.
ой, до, извините, до конца мая, вот, я буду в Японии и все буду показывать и снимать для вас. Мы сейчас компенсируем наше небольшое отсутствие на YouTube, потому что, ну, еще приношу извинения, потому что, ну, действительно, работы очень много, ну, не хватает просто сил, не хватает себя там снимать и YouTube, и заниматься бизнесом, это, ну, очень тяжело, и как вы видите, там, ввиду последних событий, к чему иногда это приводит, когда ты забиваешь на бизнес и уходишь там в YouTube, и, ну, так делать тоже нельзя. Вот, поэтому мы сейчас плотно беремся за канал, начинаем все снимать, и как бы мы тоже очень думали, что показывать вам эти обзоры, да их уже сняли эти все машины, вон, зайдите в YouTube, откройте там любой обзор на любую машину, там уже этого материала просто куча снята. Поэтому долго думали, что сделать для вас интересного, пришли к этому выводу, что нужно показать, что происходит сейчас в Японии, так как изменилось очень много всего, и я думаю, что это будет очень интересно, нам самим интересно, самим увидеть людей с японского офиса, с ними переговорить, ответить на вопросы. Представляете, да, они расскажут, как внутрянки, как они переживают. Потому что, ну, допустим, в той же Тайаме очень много компаний, которые занимаются экспортом из Японии, да, в Россию. Они только завязаны, допустим, на российском рынке. Они там тоже переживают, как им жить, как работать там и так далее. Посмотрим, сколько сейчас машин в порту, сколько машин реально покупается. Ну, то есть контента действительно отснимем очень много. Я составил себе огромный список тем, которые хочу вам рассказать, которые хочу детально разложить, чтобы при заказе автомобиля через нашу компанию у вас не было, в принципе, никаких сомнений, что, ну, наша компания надежная, что мы стараемся всегда исполнять все взятые на себя обязательства перед вами, нашими клиентами, чтобы вы были максимально довольны нашей работой и нашим качеством услуги, которую мы вам представляем. Ребят, вот такой небольшой вступительный ролик перед поездкой. Следующий ролик уже выйдет на следующей неделе. 9 числа мы взлетаем, начнем снимать все прямо с Владивостока, с аэропорта Владивостока. И по ходу я буду снимать, буду вас информировать в Инстаграме, это запрещенная организация, не забывайте об этом. В Телеграме в нашем, на который тоже ссылочка в описании, подписывайтесь. И непосредственно все ролики будут выходить на этом YouTube-канале, на который, если вы, конечно, до сих пор не подписаны, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, потому что будет выходить очень много интересных видео. Все, с 9 числа мы стартуем, запускаем новый проект «Путешествие в Японию» в период максимально тяжелого времени. Я очень рад всех снова видеть, всем лично жму руку. Друзья, все, давайте, до новых встреч, уже увидимся в аэропорту при взлете в Москву, ну и дальше все будем вам показывать. Все, давайте, всем удачи! Japan Life. Покупка и доставка из Японии. Автомобили, спецтехника, мототехника без посредников, переплат по выгодным ценам. Квалифицированные специалисты окажут грамотную консультацию и помогут с подбором авто. Japan Life.